Скромно опущены ресницы. Голова наклонена в сторону. Движения полны гордой грации. Она не смеет поднять глаза. Он, словно молодой орел, сдержанно парит рядом, стараясь не коснуться даже края ее платья. Наверное, ничто так не раскрывает характер и внутренний нрав народа, как национальный танец. Чимт, хонга, жилга. Они вобрали в себя и художественно преподнесли тот авшарм, которым дышит осетинский народ. Авшарм в буквальном переводе – скромность, честь, благонравие. Но смысл его гораздо глубже. Для осетина авшарм – это основа социального общения. Мне кажется, осетинскому народу очень повезло в том плане, что мы являемся хранителем и носителем величайшей хореографической культуры. И эта культура – своеобразный посыл наших предков о том, каким должно быть мироощущение и миропонимание. Авшарм удиш ирон сардым идаган яютактаю. Авшарм, можно сказать, главная артерия осетинского народа, его сокровище. Благодаря ему осетины многие века сохраняли свой стиль жизни, свой ахдау. Даже если нас осталось немного, мы сумели сберечь себя, свои морально-нравственные ценности. Шарм в каждом человеке – это не личностная черта, это воспитываемая черта. И нужно воспитывать в нашей молодежи скромность. И что касается шарма и вообще личностных качеств, если мы их воспитываем с детства, с малых лет, то они становятся уже в зрелом возрасте для нас не чертами личности, а самостью. То есть это уже стержень личности, это уже его «я». Авшарм камиш, ахдаудар умиш. Эта осетинская пословица учит нас тому, что без взаимоуважения, скромности и других столь важных в осетинском обществе качеств невозможно сохранить морально-нравственные ценности народа. В прошлом году мы были в Турции, беседовали с осетинами, которые проживают в Турции. И человек сразу понимает, когда ты анализируешь и сравниваешь, как себя ведут осетины, которые вроде бы в Осетии и очень редко бывают, а у них дети вообще знают только турецкий язык, осетинский язык. И практически они являются хранителями наших традиций. И ты понимаешь, насколько они ценят эту скромность. Авшарм для них – это одно из основных черт характера. Женщина своим платком могла примирить кровников. Такой авшарм был в осетинском обществе. Я не говорю, что все традиции надо восстановить, но ахдау и авшарм нужны во все времена, тем более для осетин. В этих каменных саклях этикет соблюдается строже, чем в европейских раззолоченных палаццо. Всеволод Миллер. Авшарм – единственный ключ, отпирающий все двери человеческих добродетелей. Будучи дериватом самых лучших человеческих качеств, авшарм становится воспитательным инструментом. Но не в форме кнутово-пряничной системы, а в новом, совершенно неожиданном виде. Старший обязательно должен уважать младших, потому что тогда ему легче воспитывать, тогда ему легче прививать качества. Как говорил Лурия, известный нейропсихолог и нейрохирург, для того, чтобы воспитывать личность, мы должны в первую очередь видеть личность, уважать его мнение и уважать его желания. Сейчас современная молодежь говорит о том, что ее принижают. Если следовать традициям, то не видят личность, то что это все-таки общая система поведения, больше спартанская система поведения. Но все-таки осетин отличается тем, что мы видели личность в каждом ребенке. И таким образом пытались его личностные качества все-таки подстраивать под общественные.
В нашем народе всегда было особое уважение. И это уважение как раз и включает понятие «авшарм». Причем это взаимная составляющая. Как женщина должна быть носительницей этого нравственной этой категории, так и мужчина. И когда это осознание вернется в наш быт, у нас пропадут проблемы гендерного непонимания. Осетины могут гордиться своими традициями гостеприимства и взаимопомощи. О верности, дружбе, о соблюдении традиций мужского достоинства, девичьей гордости и уважения к старшим сложены легенды. Борис Саламов. Уникальность воспитательного процесса в осетинском обществе в том, что через личный пример и уважение подрастающему поколению прививаются наиболее ценные для осетина качества, такие как уважение к старости, почтенное и даже немного благоговейное отношение к женщине, традиции братской дружбы и взаимопомощи, гостеприимства и терпимости, честности и скромности, рыцарства, самопожертвования и многое другое. При этом авшарм становится внутренним регулятивным инструментом с обоюдоострым клинком. Это значит, что старший проявлял такое поведение и уважение к младшему, что тот просто не смел вести себя непочтенно. А женщины столь строго соблюдали традиции и нормы поведения по отношению к мужчинам, что те не могли позволить себе не соблюдать законы Ахдауа. Раньше мы были иронадом Чинзахдау. Возьмем для примера традиции, связанные с невестой. Какое значение придавали женщине? Невеста стеснялась первое время выйти в общество. Но если она шла мимо совета старейшин, они все вставали, приветствуя ее, оказывая уважение. Если наездник встречал по пути женщину, он был обязан спешиться. Но и женщина знала, что мужчине надо оказывать почет и уважение. Если она встречала старшего, непременно пропускала. Осетины бы без авшарма не выжили. Ты постарайся понять меня. Если я даже не так скажу, да. Вот видишь, я оторвал веточку. Она скоро умрет, потому что ее корни остались там. Да, наши корни тоже в этой земле. И твои, и мои. Без них мы не можем существовать. Да. Ни ты, никто не может существовать без этого. Вот посмотри, сколько деревьев. А одинокое гибнет. А вот посмотри. Они поддерживают друг друга. Да, какая красивая сила. Когда человек любит, верит в людей, он горд, бесстрашен и красив, как эти горы. Я сторонница понимания. То есть, когда мы ставим растущей личности массу табу, и он не знает, почему это так, ничего хорошего из этого не получается. Потому что любое ограничение, а, вызывает любопытство, б, у человека, находящегося на стадии становления личности, вызывает желание передоказать что-то. И это неверная позиция. Нужно сразу объяснить, почему. Ведь если я скажу «автомака», у ребенка возникает вопрос «самана». А когда ты объясняешь, и когда он понимает, что для него правильно, а это выбор именно ребенка, то тогда в нем правильно и формируется его нравственные категории и то, что мы называем авшарм. Это должно быть самоуважение ребенка к самому себе.
могу сказать, что в психологии то, что у нас считается в шармом, когда девушка вот в шармекане опускает глаза, в психологии это считается все-таки проявлением того, что я слабый, и на меня можно нападать. Когда на тренингах объясняешь нашим девушкам, остинкам, что, да и не только остинкам, фактически кавказским девушкам объясняешь, что нужно смотреть человеку в глаза, что нужно смотреть в подбородок. Они очень удивляются, как это так, мы сможем это сделать. Сложно это сделать, потому что в нашем этносе это воспринимается как навшарм. Сила женщины в ее скромности, в ее сдержанности. Насколько она была молчаливо слабой, настолько больше силы в ней было. Свою слабость женщина восполняла своим воспитанием, и в этом была ее сила. Поэтому мужчины придавали большое значение ее сдержанности и ее авшарму. Если бы не было взаимоуважения между мужчиной и женщиной, между старшими и младшими, мы бы не смогли сохранить свои традиции до сегодняшнего дня. Что за чудесная организация во всей своей наивной простоте? Без солдат, жандармов и полицейских, без дворянства, королей, наместников, префектов, судей и тюрем. Все идет своим установленным порядком. Фридрих Энгельс. Взаимоуважение в осетинском обществе было обусловлено не страхом позора или наказания, а внутренними побуждениями человека, его собственным уровнем самовоспитания, культуры и морально-нравственного уровня. Когда мы говорим о шармзинат, как правило, начинают полемизировать на тему внешних проявлений этого понятия. А это неправильно. Это должно быть внутри человека. Это должно быть в его сознании. Как у нас говорят, «куамая кадуа». И если этого нет, то этому надо учиться, и это величайший труд. Авшарм и в современном мире имеет большое значение. Надо быть терпимее к старшему и наставлять младших. Он должен быть примером, немногословным, но мудрым. В современном мире, в 21 веке, больше ценится, как это ни парадоксально, но такие негативные для нашего народа и этноса черты характера, как наглость, дерзость, несоблюдение определенных норм поведения. А остины всегда отличались тем, что мы всегда соблюдаем, мы всегда в границах и в определенных рамках. Век высоких технологий, ускоренного прогресса, холодного расчета и потребительства. Смещена система ценностей. Возможно ли в таких условиях сохранить свою национальную идентичность? Осетины, будучи оторванными от своей родной земли, доказали, что зов крови сильнее обстоятельств, и даже этот электронный, бесчувственный век может помочь сохранить огонь в душах тех людей, чьи корни остались далеко. Где бы они ни были, как далеко бы их ни забросила судьба, звуки родного языка, мелодии земли предков и традиции своего народа рождают в душах чувство национальной и фамильно-родовой принадлежности к народу, который берет свое начало от скифов, сарматов и алан. Когда почва удобрена хорошими делами, ростки на этой почве тоже хорошие. А когда почва вся в сорняках, ничего благородного в ней не вырастет. И сколько бы мы ни кричали «Авшарм, Авшарм, Авшарм», если наши старшие не будут молодежи подавать пример, причем я не имею в виду старших, убеленных сединами, я имею в виду своих ровесников, тех, кто уже достиг порога зрелости. Вот если мы не научимся своим детям быть примером во всем, тогда мы не можем рассчитывать на то, что последующие поколения будут относиться к нам с благодарностью.